Югославскую эстраду ты слушаешь? Югославскую. Или Николая Сличенко, народного артиста России, единственного цыгана народного артиста, между прочим. Поют ленинградцы. Старые сундучки. Спальня уже посовременней. Детские книжки. Семейный. В натуре одни мужики. Угу. Но все-таки орденоносные. Угу. Гибель Ленинграда. Морской вокзал. Это уже Москва. Женщине по-любому лет 30. Ну да, кстати. 100%. Инструменты. Термос. Такая запасливая была семья, похоже. Слушай, ну сколько тут чемоданов, это вообще что-то. Сколько тут чемоданов и всяких разных... Да примерно, да. Всяких разных еще размеров. Даже шапка танкиста добавилась. Я скажу. Здесь уже все так осовременено. Только камин разрушен. Видимо, опять искали драгоценности. Здесь тоже куча. Тут уже вообще бардак, конечно. Такой, да. Причем все это деревяшка. Петербургского архитектора Гергенсона.
Россию после революции. И, видимо, уже, судя по состоянию дачи, больше не вернулся сюда. Раздестроили первый этаж. Лежбище бомжатское, судя по всему. Да сколько поколений бомжей тут жило? Тут точно клады искали. Да. Вот так у нас к памятникам архитектуры любовно относятся. Да, ну вот последний ольгинский особняк, который мы сегодня посетим. От него уже, конечно, мало что осталось живого. Внутри полное безобразие. Даже снаружи он намного красивее, да, чем внутри. Некоторая лепнина даже на потолке еще не отвалилась. На состояние ужасно. Так и получается. Сюда, видимо, с соседних участок все сваливали, что было лишним. Лестница на башню. Сейчас мы туда полезем. Вроде лестница еще дышит. Здесь уже что-то и горело. Даже мусора понатаскали. Крыша тут непроходная, но зато с нее видно башню. Попробую забраться. Короче, судя по тряпкам, бомжи ночевали даже в местной башне. Суровые питерские бомжи, поэтому внутри я передумал лезть. В общем, такой дом снаружи красивый, а внутри посмотреть абсолютно нечего. Кончился домик. Короче, здесь, где открытое окно, я только что оттуда, там дверь заколочена изнутри. Там, похоже, живут бомжи. Потому что где открытое окно, сушатся носки, стоят какие-то ботинки и туалет, ведро для туалета. То есть бомжи используют балкон как туалет, а сами живут в комнатке закупоренной. И, видимо, вот здесь, где башня, где забиты окна, там тоже у них обитель. Они там все заколотили, забаррикадировались, короче. Вот так дом выглядит с другого края. То есть половины дома уже, считай, нет. А это еще живет. Но сколько она проживет, неизвестно.